Я читаю, это будет Евангелие от Иоанна, это будет вторая глава, я читаю сначала 11 стихов. I'll be reading from John chapter 2 today. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус, ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещающих по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните, несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Я думаю, что мы все читаем и знаем это место Писания. I think we've all read this and know about this story. Хотя чаще это место читается, наверное, на свадьбу. And oftentimes we read the scripture when there's a wedding. И свадьба это хорошее мероприятие, но сегодня у нас юбилей нашей церкви. Weddings are a beautiful thing. Today we're celebrating our birthday. И некоторые люди как бы используют историю, чтобы иметь как бы лицензию для того, чтобы употреблять спиртное. And some people have used the scripture as an authority for them to be able to drink spirits. Но эта история совсем не об этом. But this story is about something totally different. И даже то вино, которое употреблялось тогда, оно намного было слабее того пива, которое некоторые позволяют пить сегодня. And even the wine that existed at this feast was a much weaker wine than that which we have today. И Слово Божие говорит по поводу вина, это притчи 23:31-32, что не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, оно ухаживается ровно, а впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Вот что говорит Слово Божие. And regarding wine, Proverbs tells us to not gaze at it longingly, a wine that is, because in the end it bites like a viper. И вообще в культуре Израиля напиваться или быть пьяным, это был огромный позор и большое такое как бы пренебрежение к тем людям, которые это попадали. And culturally, it was a great disgrace to be found being drunk in Israel. Потому что алкоголь, как тогда и сейчас, он разрушает семьи, бизнес, здоровье и попадают люди в зависимость. Because alcohol then and now leads to broken families, broken homes. Это не моя проповедь сегодня, я просто напоминаю тем, кто это позволял делать раньше. And that's not the subject of my sermon today, but I just want to iterate that as a truth. Итак, мы читаем, что была свадьба в городе Кана, который на территории Галилеи. And so we see that there was a wedding taking place in Cana in Galilee. И начинается, что это был третий день, скорее всего, того дня, когда Иисус избрал 6 учеников для себя. And this was following when Jesus chose disciples for himself. И если сейчас мы увидим карту, вы видите, что большинство учеников, и все эти 6, они были из Вифсаиды, и они были из Галилеи. And if you look up on the map, you can see that many of the disciples were from Bethsaida. У меня нету поинтера. Это Вифсаида, это вот чуть сверху Галилейского моря, с левой стороны. I don't have a pointer, but it's a little north of the Sea of Galilee. И вот Иисус был приглашен туда в качестве гостя. And so Jesus came there as a guest. И, скорее всего, Мария уже была на то время уже там, как мы читаем. And we see that Mary was already there. И он уже был не только сам, но и 6 учеников также пришли с ним на эту свадьбу. And Jesus didn't come by himself, but he came with 6 of his disciples. Что очень важно, что до этого момента он не сотворил ни одного еще чуда. What's important is that up to this point, Jesus hadn't performed a single miracle. И никто не ожидал на этот момент никаких чудес от него также. And no one was expecting any miracles from him. Он был просто гость, который был приглашен на эту свадьбу. He was simply a guest that was invited to a wedding. Но когда он был на этой свадьбе, случилась одна проблема, как мы читали. But over the course of the wedding, there was a problem that they encountered. Закончилось вино. The wine had run out. И не знаю, какая-то большая это была проблема, но это была проблема. And I don't know how big of a problem it was, but it was a problem. Мы не знаем, почему это случилось. We don't know why it happened.
Может быть, потому что они думали, что придет только Иисус, а пришло еще шесть мужчин с ним. Maybe they thought that it was only Jesus coming and he brought six extra people with him. А может быть, они не рассчитали свой бюджет, или свадьба затянулась на больше дней, чем обычно они рассчитывали. And maybe they just didn't have the budget for it, or the wedding went on longer than they expected it to. Но мы знаем только, что вино закончилось. But what we do know is that the wine had run out. И вы знаете, если это было бы на чьей-то нашей свадьбе, похожая ситуация, эта свадьба запомнилась чем? Это была та свадьба, на которой закончилось вино. And probably similar to today, if they had run out and it stayed that way, people would have just remembered the wedding as, oh, that's the one where the wine ran out. И поэтому это была проблема для жениха и для его близких. And that would have not been a happy memory for the bride and groom. И в этой ситуации, в этой проблеме был один человек, and so in the middle of this problem, there was a person, который не только как бы констатировал тот факт, что это, что-то есть проблема, who not only saw that there was this issue, этот человек не стал шептаться с другими и не стал распространять слухи об этой проблеме другим, and they didn't just know about the problem and share it with other people that were around them. Но он что-то сделал, то, чтобы эта проблема решилась. But they did something in order to resolve the issue. Этим человеком была Мария. And this person was Mary. Потому что когда она получила вот эту, как я бы сказал, инсайдерскую информацию, because when she received this inside scoop, она понимала, что она не может решить эту проблему. She understood that she can't resolve this issue. Но она верила и понимала, что здесь есть, присутствует тот, кто может помочь и решить эту проблему. But she trusted and knew that there was someone who could resolve this problem. И она, конечно, имела в виду Иисуса Христа. And she was thinking of Jesus Christ. Поэтому она как бы обратила его внимание Иисуса. And so she directed Jesus's attention. Она как бы его даже подталкивала и заставляла, и побуждала, может быть, даже провоцировала, чтобы он вмешался в эту ситуацию. And not only just encouraged or nudged him, but she said, hey, do something, maybe. Вы знаете, она в этой ситуации, она мне сильно напоминает мою жену. And, you know, this situation really reminds me of my wife. Потому что очень много бывает таких ситуаций, because there are often situations, что мне хочется, я говорю, жена, что тебе и мне до этого? Where I don't really want to step in, but just like Jesus said, he says, woman, what do you want from me? Потому что так много ситуаций, когда моя жена говорит, вот видишь здесь, нужно то сделать, нужно то, которые, кажется, нас совсем не касаются. Because there will be moments in life where my wife says, hey, what about this, what about this? And it seems to me that it doesn't pertain to me. Это то, что Иисус сказал своей матери. Он даже не сказал, мама, он сказал, жена, что тебе и мне до этого? And so Jesus responded in a similar way. He said, woman, what do you want from me? This has nothing to do with me. Я думаю, для меня, наверное, как бы для большинства мужчин это бы звучало бы как отказ, и нужно оставить эту проблему в стороне. And like for many men, this was a problem that was received as, okay, well, we'll just set it aside. Но для многих женщин, и в том числе для моей жены, это не звучит так, что уже тема закрыта. But for many women, and specifically for Jesus' mother, then it wasn't the end of the problem. Потому что когда она сказала, что, как будто бы звучит как отказ, она начала действовать после этого. Because when Jesus didn't do anything, she or when she heard of the issue, she потому did что something. Похоже, что Иисус он не был как бы заинтересован и не спешил что-то делать. Because it was evident to her that Jesus wasn't in a hurry to do anything. Но что она сделала? Она переговорила уже с служителями. And so she went to the disciples. Второе, что она сделала, она дала им точные инструкции, как им нужно вести в этой ситуации. To the servants and gave them direct instructions on what to do. И третье, она привела их к Иисусу. And third, she brought them to Jesus. Кажется, не так много. Seems not many steps. Но это было начало благословения и решения проблемы. But it was the beginning of the resolution of the problem. И я не знаю, что она сказала этим людям, этим служителям. And I don't know what she said to these servants. Но для них это было как-то убедительно, что они послушались эту женщину и стали участвовать в том, что, кажется, не имело никакого смысла. How she convinced them, but they somehow said, okay, well, I guess we need to take her word and do what she says. И что еще очень важный духовный принцип в этой всей истории, что она перевела весь фокус внимания, ожидания не на себя, но на Иисуса Христа в этой ситуации. And what's a very important spiritual truth to understand is that she took the attention from herself and directed it to Jesus. Потому что она сделала все, что могла. Because she did everything that she could. Она беспокоила Иисуса. She told Jesus about the problem. Она нашла этих служителей. She found these servants. Она их сказала, все, что он скажет, вы должны это сделать. She told them, whatever he says, do it. Она их привела к Иисусу. She brought them to Jesus. И дальше сказала, а теперь моя работа уже закончена. And then she said, my work is done.
Но здесь вступил в действие сам Иисус Христос. And at this point, Jesus stepped in. И мы читаем, что Он сказал им сейчас. And we see that Jesus gave them these instructions. Еще хотел одну мысль сказать, что а если бы вся же та же самая ситуация, но если бы она промолчала? And if we look at this situation and only changed one thing, that she didn't bring anything up. Как вы думаете, была бы та же самая история? Would the story be the same? Я думаю, что ее, наверное, вообще не было бы этой истории в Евангелии. Как Honestly, if she was silent, we probably wouldn't hear anything about the Но story. Но причина, почему мы знаем об этой истории, потому что она началась все-таки с Марии. But the reason this story is in the Bible is because Maria stepped up. И мы не знаем, как эти мужчины, мы не знаем, сколько их было, но они просто делали то, что им говорил Иисус. And these servants, they did what Jesus told them to do. И Слово Божие говорит, что там по обычаю очищения иудейского были шесть сосудов, которые вмещали приблизительно около 100 литров каждый. And in the scripture here, we read that there were six jars, each of which held about 100 liters of water. И свадьба, оно не только нужно было много еды и напитков, но много нужно было воды, потому что был обычай омовения перед тем, как приступать к этому. And besides all the other things they needed for a wedding, this wedding needed a lot of water because they needed to do many things, including washing feet. И вы понимаете, что там не было водопровода, как у нас сегодня. And they didn't have plumbing like we have today. И вот этих шесть водоносов воды, которые по 100 литров, они уже были пустые. And so these six stone jars were now empty. Это не было там вино до этого, это очень важный момент, но там была вода до этого тоже. And so up to this point, there was only water in those jars. И вот Иисус им говорит, что берите и наполняйте эти сосуды. And so Jesus told them, take these six jars and fill them with water. И когда они начинают наполнять каждые где-то 10 ведер, это 100 литров. And as they began to fill these, bucket after bucket, filling those stone jars. Это 600 литров воды. 600 liters of water they filled. Это много работы. It's a lot of work. Это много времени для того, чтобы сделать. И дальше он говорит, а теперь, когда они были полностью наполнены, он говорит, а теперь почерпните. And after they had filled them, he said, go ahead and take these jars. А потом он говорит дальше, несите. Carry them. И написано, что они понесли. And they carried them. И мы читаем дальше, что результат вот этого всех действий произошло огромное чудо, что эта вода стала вином. And we read that after they fulfilled what Jesus said, there was a miracle of the water being turned to wine. Я даже не знаю, в какой момент это случилось, или когда они почерпали, или когда несли, но когда они принесли, это было уже не вода, это уже было вино. And I'm not sure when it happened, if it was when they first picked it up, when they carried it, when they finally brought it to the governor of the marriage, but something happened along the way that it was transformed. Это то, для чего это все совершалось. And that's what Jesus accomplished. Я хочу кратко поднять некоторые моменты, духовные принципы с этой истории, которые для нас важны, как для церкви сегодня. And I'd like for us to focus on a few things that we can pull for spiritual growth out of this. Потому что я не верю, что история просто о воде и вине. Я верю, что здесь есть духовные принципы, которые важны для нас сейчас. Because this story is not just about water and wine, but I think there are spiritual truths for us to receive for ourselves. Первый урок, который я взял для себя, хочу вам поделиться, очень важно, когда с нами рядом есть те люди, которым не все равно, когда мы проходим через какие-то трудности и переживания. And the first lesson I want for us to take from this is that it's necessary for people to be around us that notice when there's a problem. Как хорошо, когда есть такой человек, как Мария, который знает какую-то проблему, он не ставит ее сплетничать об этом, но начнет помогать в решении этой проблемы. It's a blessing to have someone like Mary around that after hearing about a problem doesn't just spread it around with other people, but takes it to Jesus. Это первое. Второе, о чем нас учит история, что как важно или ключ решению каждой проблемы – это точно поступать по Слову Божьему. And the second lesson we can pull from this is that in order to have a resolution of our problems, we need to turn to Jesus. Даже тогда, когда кажется этого недостаточно и кажется это как-то слишком примитивно, но нам нужно просто слушаться Слову Божьему. And even when it doesn't really logically make sense, we need to just submit to the Word of God. И нужно слушаться просто буквально так, как Он говорит через Своё Слово. And follow through exactly as God says to do. Иногда в каких-то ситуациях мне приходится давать людям какие-то советы. And we might try to give people advice. И они звучат иногда слишком примитивно, но они, если это Слово Божье, они начинают действовать, если мы слушаемся этого. But if we listen to the Word of God, we should follow through on what it says.
И третий принцип или урок, который я хочу, чтобы мы сегодня взяли с этой истории, что нам нужно быть вовлеченным всегда в Божью работу. And the third lesson for us is that we should always be invested in the work of God. Потому что Бог, Он тот, который не воспитывает лентяев. Because God isn't a God who's lazy. Потому что для Иисуса не было большой разницы воду сделать вином или просто наполнить сосуды вином. Because for Jesus, it didn't really make a big difference of changing the water to wine or to simply just fill those jars with wine immediately. Но Божий принцип, Он всегда сотрудничает с людьми. But the truth is that God works together with us to fulfill His purpose. 600 литров воды – это много работы и много труда. And 600 liters is a lot of work. Поэтому, если мы ожидаем, особенно в служении Богу, мы должны, есть та часть, от которой мы так сильно зависим, это то, что мы должны сделать сами. And so, if we're expecting for God to do something in our lives, then we should be expecting to put in work as well. Потому что две причины есть. Потому что Бог сотрудничает с нами, и второй, Бог не хочет, чтобы мы были лентяи. Because for two reasons. God wants to work together with us, and He doesn't want us to be lazy. Если я хочу проповедовать, я должен трудиться, готовиться к проповеди, тогда Бог вот эту воду, которую я начерпал, Он может превратить ее в вино. And for that reason, if I want to preach, then I spend time to prepare this water so that God can transform it into wine for you. А если я просто лежу на диване и думаю, что просто оно будет мне падать, как манна небесная, это не работает сейчас. But if I'm just laying in bed and expecting that the sermon will fall like manna from heaven, there won't be a result. Иисус сказал, что со дней Иоанна Крестителя Царство Божие усилием берется. In the Word of God, then we see that the kingdom of God is taken by force. И четвертый принцип, который я хотел кратко вам тоже напомнить, что когда Иисус совершил чудо из воды в вино, он не добавил что-то там, как будто было вино, и сделал просто больше вина. Он полностью новое совершил что-то. And another lesson for us to receive from this is that He didn't just add something to what existed in those jars, but He transformed what was in them. Когда я пришел к Богу, когда вы пришли, Он не поремонтировал нашу человеческую природу, Он совершил совершенно новое в нас. And so when Jesus met us, He didn't just add something to our hearts, but He made us a completely new person. Потому что мы были просто каким-то просто водой. Because we were water. Но Он совершил чудо, и мы стали Его вином. But he did a miracle in our lives and turned it into wine. Еще один принцип, который учит эта история, что в каждом из нас может быть такая ситуация, когда у нас закончится что-то. And the fifth lesson for us out of this is that there will come a time in our life when we run out of something. И оно, банкротство, оно может прийти в финансах, оно может прийти в служении, оно может прийти в семье, в любой сфере нашей жизни. And we can have a shortage in our finances, in our personal mental health, or in our family have shortcomings. И когда это происходит, это стыдно бывает признаться кому-то, и мы стараемся как бы закрыться самим в себе в этой ситуации. And when we fall short or run out, we often have shame and try to hide it. И когда это приходит, мы думаем, что это конец уже всему и вся. And when we deal with this, we think it's the end of everything. Это конец моей семье. It's the end of my family. Это конец моему здоровью. Of my health. Это конец моему служению, моим финансам. It's the end of my ministry. It's the falling apart of my finances. Но тогда, когда Иисус начинает включаться в мою жизнь, в мое служение, то это не конец, это начало чего-то нового. But when Jesus gets plugged into my problem, it's not the end, but a new beginning. Это то, о чем вот эта история. And that's what this story is about. Была проблема, и казалось, конец. There was a problem. Но это был не конец, это было начало нового уровня и нового благословения. It was the beginning of a new blessing. И это все то, что имеет продолжение в Иисусе Христе. And this is what continues through Jesus Christ. Оно всегда лучше, чем то, что было раньше. Through Jesus Christ, it's not something that's just added to, but something that's transformed to be new. Я не знаю, насколько хорошее то было вино, которое закончилось. I'm not sure how good the wine was that had run out. Но я знаю, что то вино, которое Иисус сотворил, было намного лучше, чем то, что было в начале. But we know that the wine that Jesus created was greater than the wine that existed before. Вы согласны с этим? Is this true? Это Слово Божье говорит об этом. The governor said himself that you brought the good это wine. Это то, что происходит в нашей жизни, когда заканчиваются наши возможности, наши ресурсы,
и наш весь потенциал и опыт. And so in our lives, when we run out of our dreams or our strength or finances. И когда мы, кажется, уже закончили, мы полностью сдались. And it feels like everything is over and we've given up. Но тогда, когда приходит Божья благодать. But when Jesus comes in with His grace. То, что новое, оно намного лучше того старого, что было у нас. That which He creates new is even better than what we had before. Вы знаете, дьявол, он всегда обманывает людей. Он обещает что-то такое красивое, заманчивое. You know, the devil lies to you and he says that there's something so beautiful. Он говорит, если ты поделаешь это, если ты уйдешь в церковь, если будет это, у тебя все станет лучше. If you do this or you go ahead and do that, everything will be good for you. Но он обманывает, потому что всегда будет плохо и ужасно. But he lies because when he leads our path, it leads to destruction. Но когда мы идем за Иисусом Христом, but when we follow after Jesus Christ, то будущее будет намного лучше, чем то, что было наше прошлое. Then our future will be greater still than our past. И поэтому я благодарю Бога и доверяю Ему. And so I thank God and I trust Him in this. Потому что Он есть тот, который есть причина всего этого. Because He is the reason that we receive it. Еще тот принцип, который я говорил раньше, мы читали, что для этого нам нужно что-то сделать самим также. And as I shared before, we need to work together with God to see His will come to pass. Потому что настолько, насколько мы наполним эти сосуды водой, настолько будет потом вина. Because the amount of water that they filled the jars was the amount of wine that God was able to create. Потому что если я наполню половину, то только половина будет потом. Because if I fill the jar with only halfway with water, then it will only если be halfway filled with wine. Если я наполню столько, вот столько и будет потом. If I only fill the jar with this much water, I'll only receive this much wine. Вот поэтому wine. Иисус Христос побуждал их до момента, пока они были полны и полны до верха, что уже больше нельзя было добавить. And for this reason, Jesus said, fill them all the way, because He wanted to bless them more. Поэтому пусть Бог даст нам мудрости и усердие и трудолюбие, чтобы мы наполняли, делали все то, что зависит от нас, каждого. And so may God give us the wisdom to do more, to see God accomplish more. И мы делали все точно так, как говорит Его Слово. And to do it all according to His word. Мы сейчас будем скоро молиться. Soon we will go into prayer. И это слово очень вдохновляет меня, оно вдохновило меня, когда я рассуждал над ним также. This word deeply encouraged me when I was developing it. Потому что я понимаю, если в чьё-то служение приходит какое-то банкротство, заканчивается вино. Because I knew that in life, if there's something that falls short, like this wine right now, какая-то пустота, if there's some emptiness, если не раньше, то сейчас, это самое лучшее время, чтобы Иисус Христос вмешался в мою жизнь и в вашу жизнь также. Better now than any other day to have Jesus Christ come and fill us. И мы просто начали делать то, что нам кажется недостаточным и даже как-то каким-то странным. Но если вот это слово, мы должны просто делать буква по букве. And then the time comes for us to do something that might not even make logical sense, but to follow the instruction of God word for word. Даже если это кажется совсем недуховным. Even if it doesn't seem like a spiritual instruction. Это как Иисус сказал, пойди покажись, пойди умойся, еще что-то сделай. Just like Jesus had said before, go and wash yourself, go and show yourself to the priest. И кажется, ничего здесь духовного нету. And it seems there's no spiritual thing going on. Но если ты и я, мы послушаемся Слову Божьему. But if we listen to the word of God, это запускает духовный механизм, и Бог вмешивается в твою мою ситуацию. Then it allows the spiritual gears to start turning and to see victory in our lives. И я для себя такой написал, как формулу Божьего чуда. And I created this template for seeing God's miracles. Я не придумал на что-то какое-то особенное или оригинальное и какое-то истину, но я для себя кое-что написал сейчас. And this is something that's so amazing and original, but it's something that I've come up with. Прежде всего, первое, номер один, это есть какая-то нужда, это моя или ваша нужда. First of all, there will be a need. Но второе, для того, чтобы произошло чудо, должно быть какой-то инициатор этого, чтобы что-то произошло. And the second thing to see a miracle come to pass is someone who initiates it. Это может быть человек, я или кто-то другой. It could be me or it could be someone around me. Или сам Господь. Or God Himself. И со своего сожаления к нам, но Он, это должен быть тот, кто будет инициатором того, чтобы произошло чудо. But there will be someone who initiates the miracle to come to pass. В той истории, что мы читали, Мария была инициатором этого. And in the story we read, Mary was the initiator. И третье, что после нужды инициатора, есть то, что мы должны повиноваться Божьему Слову, мы должны верить Его и принять Его в свое сердце. The third step to see a miracle after the need and someone who initiates is for us to follow God's instruction. И не просто верить или понимать где-то в нашем разуме, мы должны начинать действовать согласно Его Слову. And not just to understand, oh, we need to be obedient, but to walk out in obedience to God. Потому что если Он сказал, наполните, они наполнили. Because when Jesus said for them to fill the jars, they filled them. Когда сказал, почерпните, они почерпнули. When He said for them to carry them, they carried them. Вроде бы нет смысла, это не решение, как будто бы проблемы. And this wasn't the resolution of the problem.
Но когда они послушались, они почерпнули и понесли, оно совершилось Божье чудо. But after they obeyed Jesus Christ, then there was a fulfillment in their life and a miracle that they saw come to pass. Это простая формула, но это библейская формула, это не я ее придумал. And it's a very simple a template to follow, but it's in the Bible. Я понимаю, что многие чудеса не пришли в мою или в вашу жизнь только по той причине, что мы не начали буквально исполнять Его Слово. And so we see in our lives that miracles have not come to pass because we have not been obedient to God and His Word. Поэтому, когда вот это вино заканчивается в чьем-то браке, в чьей-то семье, в бизнесе, в здоровье или в служении, and so if this wine has run out in your family, in your marriage, in your business, in your health, я скажу такую, может быть, необычную истину, это не всегда плохо. I'll share this counterintuitive truth that it's not always bad. Потому что это как будто бы кажется тупиковая ситуация. Because even in a situation that seems bad, она, если эта проблема ведет нас к Богу, if this problem leads us to God, то, как мы говорим, это новое, оно будет лучше, чем то, что было раньше. Then we see that what He creates new is even better than what we had that had run out. Поэтому, если проблема в вашем браке есть сегодня, and so if you have a problem in your marriage, если у вас есть проблема в вашем здоровье, if there's a problem in your health, если проблема в вашем служении, if there's an issue in your ministry, если вам кажется, что все уже закончилось, and if you think that everything is over now, я вас поздравляю. I congratulate you. Я говорю, что у Бога есть что-то лучшее для нас и для вас также. Because God has something better in store for you. Это лучше то, что вы еще не испытывали в вашей жизни. And it's so much better than anything you've experienced in the past. Я говорю, церковь, у нас ожидает лучшее, чем то, что было раньше. Church, what's in store for us is greater than what we've experienced. У нас было хорошее прошлое. We had a great past. Но если мы придем сегодня к Богу и скажем, Господь, этого недостаточно, это заканчивается. But if today we come to God and say, this isn't enough, it's running out, то новое будет еще лучше, чем то, что было прошлое. Then the new will be even greater than what we had in the past. Потому что это будет чудо Божье, это будет Его благодать. Because it will be the miracle of God and His grace. Потому что я верю, это не история о вине и воде, это история о нас с вами, церковь. Because I believe this isn't a story about water and wine, it's a story about you as a church. Потому что это принципы, где открывается Божья благодать и как мы можем переживать перемены в нашей жизни, в нашем служении. Because we see the grace of God and how it brings change in our lives through this story. Поэтому я благословляю себя и вас. And so I bless myself and you. И мы об этом сейчас будем даже молиться. And we will pray about this. Потому что я знаю, что не так легко быть пастырем, быть главой семьи, быть служителем, быть лидером, быть женой. Because I know it's not that easy to be a husband, a pastor, a leader, to be a wife. И в жизни каждого может прийти такой момент, что закончится, как будто закончится бензин в нашем баке, в нашей машине. And there will be times in life when we see the empty gauge for our fuel tank. И на этом кажется, или может даже закончиться наша история. And it seems like, and it's possible even, that our story could end there. Но не только Бог, но и я, и многие братья и сестры, мы не хотим, чтобы на этом закончилась твоя или моя история сегодня. But I, and not only I, but God wants that to not be the end of our story. Я хочу сегодня молиться и сказать, что я в чем-то хочу быть похожим на Марию. I'd like to pray for us to pray that we would be similar to Maria. Потому что я хочу сказать, что у меня что-то есть, то, что похоже было у Марии. Mary, rather. I want there to be something similar. У меня что-то есть до вас и до вашей ситуации. I have something for you and your problem. И если я понимаю, что я не являюсь решением вашей проблемы, and I know that I'm not the resolution of your problem, но я знаю того, кто есть решением вашей проблемы. But I know the one who decides and fixes our issues. Я знаю тот, кто может возобновить, и не только возобновить, а сделать что-то абсолютно новое в вашем доме, в вашей семье и в вашем служении. And I know someone that can not only change, but can absolutely transform your life, your family. Это есть тот Иисус Христос. And that's Jesus Christ. И к Нему наше внимание, к Нему наше ожидание, к Нему наша вера. And may our focus and direction and faith be on Him. И благословение той свадьбы, что Иисус Христос был присутствующим на этой свадьбе. And it was a blessing to the wedding that Jesus was there. Благословение нас, церковь, что Иисус Христос, Он есть частью нашей церкви. And in the same way, it's a blessing that Jesus is among us here in this church. И Он не просто какая-то часть, Он есть глава этой церкви. And He's not just some guest, but He is the head of this church. Вот поэтому это ресурсы никогда не закончатся. And for this reason, we have a resource that never runs out. Мои ресурсы могут закончиться. My resources may run out. Ваши ресурсы могут закончиться. Yours might run out. Огонь ваш может потухнуть. Your fire can be dwindled. Но он тот, который
из воды сделает вино. But he is the one who takes water and turns it into wine. И вода это не решение проблемы. And the water is not the resolution of your problem. Но вода есть то, что Бог может употребить для того, чтобы сделать для своей славы. But the water is what you can bring to the table for God to use for His glory. И его действие, и его участие есть залог нашего благословения и нашего славного будущего. And His work in your life will lead to your blessing in your future. Поэтому мы ему будем сейчас молиться. And so we will pray to Him right now. И давайте мы поднимемся сейчас. Let's rise to our feet. Я не хочу, чтобы чья-то жизнь, чья-то история, чья-то семья, чье-то служение закончилось точкой в том, что все закончилось. And I don't want someone's story or their life or their family to end today. Я хочу, чтобы была такая какая-то жирная запятая.